Заболеваемость коронавирусом в Самарской области пока не снижается. В регионе действует постановление главного санитарного врача, согласно которому привиться необходимо людям из групп риска, то есть тем, кто взаимодействует с большим количеством людей. В том числе работникам торговли и сферы услуг. Чтобы ускорить процедуру, на помощь приходят мобильные пункты вакцинации. Один из них установили в Чапаевске возле крупного гипермаркета. Привиться смогут как сотрудники магазина, так и покупатели. Спросили все сопутствующие заболевания, давление измерили. Я считаю, что нужно делать прививки, особенно в нашей сейчас ситуации. Однако, чтобы победить, бороться нужно общими усилиями, напоминают медики. Для выработки коллективного иммунитета привиться должны более 60% населения. Сейчас в Самарской области прививку от COVID-19 сделали более 738 тысяч человек первым компонентом и свыше 536 тысяч человек двумя. Темпы вакцинации в регионе увеличились, активно участвуют предприятия. Вместе с медиками организуют прививочные кабинеты фактически на рабочих местах. Чапаевское ЦГБ активно взаимодействует с представителями бизнеса. Люди с большим удовольствием приходят, вакцинируются. Как видите, достаточно много желающих. Ну, кроме сотрудников, конечно же, все приезжающие в магазин. Перед тем, как сделать прививку, обязательно проводится осмотр. Врач проверяет наличие или отсутствие противопоказаний, измеряет температуру, давление, уровень кислорода в крови. В Самаре мобильные пункты вакцинации работают у крупных торговых центров «Космопорт», «Амбара», «Меги», «Авроры». Прививочные кабинеты доступны во всех больницах. Среди них есть и круглосуточные на Мичурина 125, Медицинской 4 и Советской армии 56. Светлана Кудрявцева, «События».